Строительство новой трамвайной ветки в направлении Даугавпилсской региональной больницы планируется завершить к концу лета. В настоящее время подрядчик проекта компания «Биндерс» продолжает работы по прокладке трамвайных рельсов в районе улиц Вассернизес и Веселибес. Общая длина нового трамвайного пути составит около 2 километров. Завершающим этапом в реализации проекта станет благоустройство территории. Напомним, договор на строительство трамвайной линии был заключен летом 2017 года с согласия мэра города Андрея Элкснеша. Хотя «Биндерс» запросил за свою работу 5 миллионов 640 тысяч евро, хотя сметная стоимость проекта составила 3 миллиона 700 тысяч евро. Налицо удорожание в 2 миллиона, учитывая, что финансирование Евросоюза составляет около 3 миллионов евро, а 700 тысяч – это доля государства, оставшуюся часть суммы предприятию Даугавпилс Атексм придется покрывать за свой счет, то есть за счет горожан. Лариса Кириллова, Александр Хлестов, телевидение.com.